В калифорнийском городе Раклин родители 15-летней девочки в воспитательных целях отключали интернет. За несколько дней до Нового года их дочь со своей подругой принесли этим родителям молочные коктейли из ближайшего ресторана. Папа и мама удивились и обрадовались сюрпризу. Вкус и консистенция коктейлей показались им немного странными, но они все же их выпили, правда, не до конца. Через некоторое время они заснули крепким сном, проснулись около часа ночи с жутким похмельем и легли спать снова. Наутро супруги решили обратиться в полицию и пройти тест на наркотики, результаты которого оказались положительными. Оказалось, что их дочь с подругой подсыпали снотворное в коктейли, чтобы родители не отключили интернет в эту ночь. За это школьниц поместили в центр заключения несовершеннолетних. В полиции сказали, что если бы они были постарше, то им грозило бы тюремное заключение. Сама дочь пострадавших родителей прокомментировала свой поступок тем, что ограничения по использованию интернета были слишком строгими. Я думаю, теперь, находясь в заключении, она понимает, что не такими уж и строгими были родители. А еще, думаю, было бы обидно, если бы в их доме интернет отключался автоматически. История наводит на мысль о жизненных приоритетах. Правильно ли они расставлены у меня? Что важнее, здоровье родителей или лишние несколько часов в интернете? Или, например, сказать людям о том, во что верю, или добиваться милых и приятных комментариев? Под этим видео напиши, как разобраться в приоритетах.